Добро пожаловать, ребятки! Это у нас игрушечка «Пульсфобия», рубрика «Инди-ужастики». Игра довольно-таки старенькая, но была популярна в свое время. Ну и, в принципе, смотри, не знаю, почему так называется игра «Пульсфобия». Наверное, фобия на пульс, на это тиканье, которое сейчас в менюшке звучит. Ну и менюшка сама не примечательная, такая просто текст, и написано «Play». То есть мы можем играть. Погнали! Так, значит, контроль, то есть управление, shift, run, все отлично, все есть. Где я? Что произошло? Что случилось? Говорит наш главный герой. Так, окей, мы начали. Включили фонарик. И мы в каком-то доме. Что нам надо? Окей, кстати, у нас управление немного неудобное, клавишами мы ходим не в ESD, а клавишами стрелка вниз, вправо, влево, то есть такие клавиши, это давно устарелое управление, но в принципе что тут говорить, это игра старенькая, ну и в принципе смотри, погнали, круто, мы вышли просто за дверку, то есть нам даже ничего открывать не надо, просто проходи себе спокойно и ходи по комнатам. Окей, графончик у игры вроде, как сказать, такой на троечку. Ну и в принципе, смотри, первая записка. Ну и как всегда, какие-то мамаша, дети и что-то такое, непонятно. Окей, игра старенькая, опять же, повторяюсь, и по этому формату тут 4 на 3, то есть по бокам вот эти черные полоски. Ну ладно, это даже не важно, нам же главное пугаться. Ой! Тихо! Такой скелет тут деловой прошел. Ладно, окей, подбираем, что тут, ключ на какой-то фигне, значит, что-то для двери, бла-бла-бла и так далее. Окей. Это что? Ансвар, ключ там, да? А. Так, войти мы туда не можем, хорошо. Так, пойдем куда, туда или сюда? Давай-ка сюда пойдем. О, а вот и ключ. Все довольно-таки понятно и ясно. Хорошо, погнали, откроем ту дверь. Хух, реально, управление не очень удобное. Ладно. В смысле, the door locked. А, то есть, подожди. Нам надо, походу, ключ от этой двери, да? Да, ключ от этой двери. Окей, мы вышли в лес. Здравствуйте. Я рад видеть... Такой лесок довольно-таки непримечательный, но ладно, окей. Так, окей, все-таки территория тут не такая большая, но хорошо, что тут есть ограждение, потому что мало ли какой тут монстр обитает в этом лесу. Окей, я вижу какую-то большую записку, плакат просто. Окей, бери. И что? Взял я плакат, хорошо. Ну окей. Взяли мы просто бумажку. Окей. Я подобрал какой-то ромбик. Прикольно. Какой-то 3D ромбик, как будто из Симса. Ладно. Окей, давай топать дальше. Я реально подобрал какую-то головоломку, либо какую-то фигурку. Непонятно что. Ладно. Окей. Давай топать. О. Записон. Записончик. Окей, давай-ка возьмем. Трейтор. Трейтор какой-то. Непонятно, ладно. Окей, погнали дальше. Значит, нам надо, скорее всего, найти эти фигурки, либо что это, не знаю, вот, какие-то головоломки. Вот реально, я их подбираю. Вот вторая. Окей. Нашлась вторая. Хорошо, погнали дальше искать. Я не знаю, сколько нужно этих штучек найти, но, в принципе, сейчас будем искать, я думаю. Так, вот еще одна. О, твою мать! Тихо. Скримачочек, скримачочек жестенький. Ладно, ладно, окей. Погнали дальше. Погнали дальше искать по лесу эти непонятные ромбики. Не, правда, для чего они? То есть, мы подобирали записку, и там было показано какие-то штучки, то есть какие-то палки, непонятно что, и там... Было написано, то есть, если мы соберем каких-то 4 штуки, то получим какой-то ключик. Тихо. Так, без шептунов, пожалуйста.
Вообще круто играть в игры тех годов, потому что они очень страшные. Тем то, что это ужасы того года, то есть идей было раньше много по поводу ужастиков, ну и в принципе это очень круто. О! Ребятки, я нашел четвертый ромбик. Теперь мы можем обратно домой пойти? Я думаю, да. Я думаю, да, мы сможем обратно прийти в дом. Нет? А что мы тогда еще должны найти? Еще пятый ромбик такой. Или, может, мы должны прийти к тому... Скорее всего, ребятки, мы должны прийти к тому месту... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то мне не нравятся звуки в этой игре. Какие-то страшные звуки. Окей, где-то мы тут записку находили. Скорее всего, на... там четыре столба были вот эти, да? Мы должны сюда прийти. Сюда? Так. Подожди. А, да. Окей. Смотри, реально 4 столба. Так. 4 штуки. И что мы получаем? Это что? Что, что дальше? Что дальше с тобой делать? Вот скажи мне. Так, ну домой-то мы сможем обратно пойти? Это мне что-то уже не по себе. В этом лесу какие-то звуки, скримаки. Нет? А почему? Что мы должны еще найти в этом лесу? Скажи. Скажите мне, игра, пожалуйста, что мы еще должны найти в этом гребаном лесу? Вот что ты мне предлагаешь? Вот что ты мне предлагаешь дальше делать? Может, подойти к этому дереву? Может, от этого места идти куда-то вперед? Наверное, надо идти все-таки от дерева, либо от того места, где мы нашли записку. Может, мы придем, сейчас найдем какой-нибудь сундук, либо же, может, мы что-нибудь найдем по типу, опять же, второй головоломки. Так, ребятки, только хотел заканчивать данную игру. Вдруг ни с того ни с сего мы находим какое-то место. Мы куда-то попадаем. Ой, что-то мне уже страшно. Знаете, вот... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, а можно обратно выйти? А можно обратно выйти? Чё-то меня пугает то, что кто-то тут стучит. Так, тут дохерище коридоров, я так понял, да? Так, тут какая-то чушь. Ладно, я думаю, нас тут никто не убьет, просто какой-то дурак стучит мечом, либо же голову об стену свою бьет. В принципе, погнали. Давай дальше. Давай дальше все обследовать. Тихо. Так, дядь, не застревай в текстурах. Так, что-то звуки усиливаются. Ладно. Мы пришли реально куда-то в какой-то бункер, непонятно что. Я правда, я уже реально начал заканчивать игру, вот только хотел выйти, вдруг нахожу это непонятное место. Окей. Хорошо. Так, какие-то дерьмовые комнаты с матрасами. Так. Нету, ничего нету, так. Так, ну опять же, сейчас, конечно, в этой комнате что-то будет, да? Нет. Хитро. Окей, записка. Ага, звуки идут от какого-то непонятного места. Ну, я увидел, что там ноты нарисованы. То есть, нота. Так, тихо. Ух. Так, меня уже задолбал этот стук. Что делать? Так. Ладно. Окей. Неважно. Продолжаем. Последняя комната. Так. И тут ничего. Окей, возвращаемся обратно. Значит, отсюда мы пришли. Пойдем тогда туда, в дальний вонючий коридор. А-а-а, ты чё? Тихо, скримачки. Так, дай-ка сюда. Дождь слокет. Здесь нужен ключ. Опять эти ссаные коридоры. Да что ты будешь делать? Так, меня уже реально задолбало. Где ключ? Где они прячут свой гадский ключ? Я уже все комнаты реально обошел. Так, еще одна записка. Так, мама, папа, короче, не ищите что-то меня, что-то тут.
Ага, понятно, окей. Ладно, неважно, мне уже реально пофиг. Я уже хочу найти ключ, и меня уже задолбал этот долбанный стук. Где этот говнюк, который стучит тут? Так, значит, и у нас еще один коридор. Комната. И вот этот ключ. Хорошо. Получаем мы ключ. Что дальше? Давай обратно возвращаться. Там есть дверь для нас. Блин, надо было сразу зайти. Тихо, я слышу, что параллельно как будто тут кто-то ходит. Ой, здравствуйте! Какие комнаты у нас? Окей. А, значит, это культ какой-то непонятный. Ты чё? Чё, идите нахер! Идите нахер! Так. Всё? Что это? Куда мы попадаем? Так. А, ребят, это оказывается не стук. Это оказывается мы так ходим громко. Офигеть. Так, опять скримаки. Здравствуйте. Что это? Больница какая-то или что? Окей. Та-та-дам, та-та-дам, don't worry, Кевин. Окей. Какой-то Кевин. It's your fault. Бла-бла-бла, окей. Ну и, в принципе, смотри, я понимаю, походу, всю суть истории. Ну, как бы, чувак, который хотел сделать этот дерьмовый культ. Опять нам выключили свет. Опять нам выключили свет. Рубай свет. Короче, хотел чувак сделать культ. Твою мать, твою мать, твою мать. Чё? Где кто? Это просто скримак, ничего необычного. Ой, какая-то рожа, здрасте! Из фильма «Мёртвая тишина» вроде как. Так вот, какой-то чувак под названием Кевин, походу, хотел сделать культ, обряд, но у него это не удалось. Его заперли в психушке. Ну, я так понимаю. Так, опять? Так, школа Кевина. Ну, здравствуйте. Окей. Не, правда, что реально делать? Игра это заканчивается или нет? Или что же нас тут ждет дальше? Так, столик. Ключик. Отлично. Хорошо, мы можем вернуться домой, я так понимаю, окей. Давай-ка дальше пойдем вот туда. Вроде там дом у нас. Так. Да, это дом? Так, где-то тут же должен быть вход сюда. Подожди. Так, а это что еще за стена? Из Door Locked? Это... Ну, в смысле... Так, я не понимаю, что нам надо сделать? Я подобрал ключ. Я не боюсь какое-то пение маленьких девочек. Я хочу разгадать загадку. А что же, где реально? Вот что делать тут? Просто, скажите мне. Так, опять стол. Походу, мы уже тут были и подобрали все то, что тут лежало. Окей. А что нам надо открыть-то? Я ж подобрал ключ. Не знаю, Doris Locket написано. Ну, не знаю, ребятки, как-то хочется закончить данную игру. Не такая она уж и страшная, но все-таки какие-то ожидания она оправдала в плане скримаков там и некоторых испугов. Думаю, на этом мы закончим данную такую страшненькую, хорорюшную игру. Так что на этом все. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте большие пальцы вверх. С вами был Кот. Всем удачи и всем пока-пока.